Ольга Бузова вернулась из Таиланда в Москву и сразу работать. Клип на песню Wi-Fi телеведущая обещает презентовать в День всех влюбленных. Главной звездой нового видео после самой Бузовой, разумеется, стал Джереми Микс, или, другими словами, самый красивый преступник в мире. Микс прилетел в Москву на один день, и, по заверению Бузовой, на нового видео мужчину она не потратила ни копейки. Я еще не в том возрасте, чтобы платить мужчинам за то, чтобы они находились рядом со мной. Одинокая Оля позаботилась и о развлекательной части приезда модели в Москву, показав ему главные достопримечательности. Женатый Джереми не испугался чар Бузовой. Ольга прекрасная девушка, я очень рад нашему знакомству, но у меня есть жена, которую я очень люблю и которая мне доверяет. Кстати, многие заметили некоторые сходства в новой работе с образами из клипа «Мало половин». Но мы верим в оригинальную идею и креатив.